Ну что, ребята, я в России, заканчивается мое путешествие в Арабские Эмираты. Надеюсь, что я туда вернусь, мне очень понравилось. И очень хочется поехать в Оман Интернешнл. Будем искать теперь возможности. Ну и еще есть планы все-таки на Эмираты. Но это в будущем, да, такие долгосрочные проекты. Все, сегодня сейчас 5 часов посижу в самолете, в аэропорту и домой откапывать машины, потому что там что-то навалило снега масса. Спасибо, что следили за моим репортажем с моей поездки. Еще что-нибудь повещаем. Ну все, дома, в пуховичке, на мороз, сбил автобус на стояночку. И походу нам придется поработать лопатой. Да уж, сугробы, морозец, и что-то трансферчика нету. Да, неприятненько. А я в кроссовочках. Здравствуйте. Такая себе история. Проход в машине есть, хоть не замело двери. Надо пооткапываться чуть-чуть. Ну, завелся с полпинка. Что-то мне так чистить не хочется. Может, ходами. Но лобовуху как минимум надо тоже почистить. И капот. Ну все, лопату взял. К утренним процедурам. Ну все, чуть-чуть поработали лопаткой. Очень хотелось спать, теперь очень не хочется спать. Ну, можно и выезжать уже потихоньку. Приехал на родной Примринг. Что-то тут все засыпало. О, а вот здесь Мазда стояла. Еще сугроб. Думаю, рановатенько, конечно, еще. Никого нет. Посмотрим, что там в боксе творится, пока меня не было. Точно Мазда, смотрите. Была. О, темно. Машины в работе. Сарер, Креста. Чарльза машина. Ждем запчасти, поэтому не приступаем пока к сборке. Думаю, до Нового года должны приехать, я надеюсь. Так, ну здесь пока тогда делать нечего. Поедем домой.